Теперь я не помню, как получилось, и сотен писем каждый прочесть не могу. Мне задавали вопрос, как выкопать саженец, чтобы не повредить. А я уже, ну не может человек все 300 фильмов, 400 моих видеть. Я опять нашел эту фотографию. Вот так ставится лопата, и вот так по кругу, каждый раз вот на одной оси. И туда саженец, практически корни неповрежденные. Стоит лопату вот так повернуть поперек, все корни пообрубайте. К тому же у людей такая болезнь есть выкапывать крупные саженцы.